Так, ребят, всем привет, с вами Александр. Вот, а что я хотел сказать, в предыдущем видео мы красили пороги, накладки на пороги на BMW E36 кузове. Вот, а сегодня мы их устанавливаем, приехала BMW. Сегодня, пока мы ее ждали, она у нас закипела. Причина, в принципе, неизвестна была, она не кипела. А тут, короче, человек долил антифриза, закрутил обратно пробку. В итоге потом поехал, она у него закипела. А, получается, я приехал туда, начали разбираться. Разобрались в том, что у нас отъебнула муфта. И, короче, крышка, которая закручивает, она у нас там, получается, вакуумки такой, который... ну там держит давление там 200-250 по-моему бар максимально держит вот это давление. Вот я вам покажу, как она выглядит и так далее. В итоге мы съездили в город Пушкино, купили саму муфту и приехали, и пробку эту купили, приехали и, короче, заменили все, долили пока воду смешанную с антифризом, потому что на проверку, чтобы антифриз стоит по 800 по 1000 рублей. Его заливали, он выливался, заливали-выливался. Ну, такая смысл, чтобы деньги не тратить. Короче, взяли, купили канистры воды, вот этот 5-литровый в магазине. Они там 27 рублей стоят, 5-литровые. Купили их 4 штуки и начали заливать. Залили, пробку прогнали, все, у нас печка заработала. Все заработало, муфта начала крутиться. Из пробки ничего не выбивает, и все, дальше поехали. Сейчас будем устанавливать мы пороги. Вот, и у нас получается, будем их крепить на саморезы. Саморезы потом будем просто закрашивать, потому что крепежи там уже, они все поломаны и так далее. Ну, сделаем так, как получится. Можно сказать, будем колхозить. Вот. Смотрите, ребят, далее. Я вам сейчас все покажу. Поехали. Так, ребят, ну вот мы, короче, начали делать. Дядя Андрей у нас крутит колесо. Сняли колесо. Best of best. Поставили порог. Вот мы его прикрепили на саморезы. Саморезы потом мы закрасим просто в цвет. И, ну, чтобы их особо не видно было, чтобы они не выделялись. А так у нас вот как он получается. Снимали колесо для того, чтобы с той стороны у нас саморез подошел. Удобно было. Ну и спереди также. Вот, сейчас и также будем правую сторону. Вот, чемоданчик мне подарили тут. Дрель, лобзик и болгарочка. Вот, ну и тут всякие прибамбасы к ней. Даже рулетка есть. Ой. Да, самое главное в наборе это рулетка. Вот так. Ну и также сверла. Насадочки всякие. Вот такие. Ну, также лобзики. Вот болгарочка вот такая. Все ключики к ней есть. Все в сборе. Вот у нас сверлышко ушло. Так, ну ладно, это не, все бывает. Так, не будем отвлекаться. Вот, сейчас Андрюха закрепит у нас колесо, закрутит, и будем переходить уже на другую сторону. И также будем крепить. Тоже на саморезике, потом их закрасим. Ну и все. Сейчас я вам, ребят, покажу, что у нас отъебнуло, почему она грелась. Сейчас мы сделаем пороги, прикрепим, с той стороны еще осталось. Ну и все. Я вам все расскажу, покажу. Так, ну вот мы поднимаем заднюю. Андрюха там опять все крутит. Как долго? Час уже, наверное, прошел, все крутит. Так, ребят, ну вот мы сейчас, короче, поднимем, также колесо снимем, также поставим эту штуку на саморезике, все дела. Вот, здесь он уже умудрился замять крыло, я его сейчас выпрямлял. Вот она. Не знаю, где он, говорит, я не знаю, где. В итоге машина 2 дня у него в руках.
крылу. Пипец, машина закипела, стекло сломал. И ржет, сидит. Все сломал. Всю машину, вон. Камни помешали. Она трещотка, она может туда и вот так, назад делай. Ну ты держи эту штуку. Нет, в другую. На все, я понял. Вот. Ну также, ребят, сейчас мы сделаем. Поставим порог. Ну и будет все. Дальше я вам расскажу все, как что закипело. Из-за чего, какие причины могут быть на BMW. Вот. Сейчас мы поднимем, снимем. Ну что у тебя тут? Вот она есть. Ну крути. Обосновывай. Бывает. А точно там есть? Что это такое? Вон она, ёп. Ты снимаешь, что ли? Конечно. Ну что ты там? Попасть не можешь? Ну, убери. А там она больше. Лошару, бля. Бери этот, как он? Там 18, да, наверное, ключик. И так же с рывком раз-раз и все. Вот, ребят, вот так у нас крутят колеса. Сейчас будем откручивать и будем уже, короче, подмерим, как получится, поставим, с морезиками сделаем, потом их закрасим и пойдет нормально. Вот, также у нас надо еще будет посмотреть, ну это уже, наверное, в следующем видео, надо будет посмотреть, почему у нас стекло сошло с рельс, и оно когда отпускается, клонится, и получается падает стекло правое. Вот, тоже надо будет посмотреть. Все, взял? 19 взял. Ну ты проверь. Ну ты в нее вставь сначала. А как снимать? Скажи мне снова. Ну на кнопочку, а вот эту выдергиваю прям до конца. Не-не-не-не, да. Наоборот, да. У тебя, наверное, ключей никогда не было, да? Это же новое было. Сильнее, потому что он стукнет по колесу. Колесо жалко. Да ничего. Он может опавить стукнет. Вот. Все, вставляем, крутим. О. Ну и так же с рывком делай, чтобы открутить ее. Вот. Пошел, пошел. Все нормально. Стой, 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 не откручивай. Теперь надо поднимать. Все, так. Сейчас поднимем, ребят. Так, ребят, ну вот, все мы все сделали. С этой стороны у нас тоже. Вот у нас уголочек один немного поломанный. Ну это ладно. Ну и вот как-то у нас так вот получилось. Также и с этой стороны у нас. Вот. Низ дверей. Все. Здесь уже капот зафигачил дядя Андрей. Все сломает. Вот. Так, ребят, сейчас я вам, ну, покажу, что у нас что кипело, что мы покупали. Сейчас. Так, ребят, ну вот у нас получается сама пробочка вот такая вот. Здесь внутри у нее. Вот, здесь внутри у нее получается стоит вакуум такой. Здесь она держит до 200 бар. Вот у нас здесь сверху написано. И у нас она пропускала. Не держала ни хрена. Вот, ну и этот, как его называется. И сама муфта. Она у нас тоже не рабочая. Муфта. Хотя вроде крутит как-то, но... Так, более-менее нормально. Тоже ей капец. Вот, поменяли. У нас сейчас все как бы работает. Все хорошо. Так что так. Так, ребят. Ну, в принципе, на сегодня все.
Все, что мы хотели сделать, сделали. Вот. Всем, в принципе, спасибо за просмотр, ребят. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.